Всем привет! Сегодня у нас насыщенный день. Только что привезли двухъярусную кровать, естественно, в разобранном виде. И поэтому у нас сегодня перестановка. Я не буду ставить штатив. Вот сейчас камеру держу в руках. Вообще будет такая съемка в формате реалити. Планируется мало того, что сборка кровати. Муж сам будет собирать двухъярусная. И перестановка, и уборка будет глобальная. Плюс ко всему я, скорее всего, наверное, сниму тюль и карниз буду мыть, потому что пыль все равно будет лететь. Буду снимать все, что получится, то есть какие-то фрагменты уборки, сборки, перестановки. Ну и, естественно, покажу картинку до и после. Вот так сейчас у нас все располагается. Не так давно я показывала это все в рум-туре по квартире. Так что пока ничего нового. Единственное, если кто смотрел, мы избавились от ковра. Мы его удачно продали на Авито. И без него стало даже, по-моему, просторнее и дышится легче. Конечно, мы ковры не любим очень. Это пылесборник, ухаживать за ними куда проще. Пропылесосил, пол промыл, и все ровненько. Да, и ламинат лучше смотрится, и реально смотрится, легче себя ощущаешь. Но пол холодный, и дети играют очень много на полу. Поэтому я не знаю, мы пока, конечно, в раздумьях. Кроватка старшего, которую мы сегодня будем, наверное, разбирать. Еще пока не представляю, как это все будет проходить. Здесь комод, игрушки, игровое поле. И вот этот угол я планирую тоже перебрать. У меня есть кое-какие задумки. Возможно, все это будет не сегодня, не сразу. Первое, это мы сняли матрас старшего ребенка. Как видите, у нас здесь решетка, и там ящик забит игрушками, которые я буду перебирать, но точно не сегодня. Давно не простировала на матрасник, но потому что он очень тяжело его снимать, он очень плотный, он большой. Да и, в принципе, меняю часто простыни. Короче говоря, не видела необходимости очень часто стирать на матрасник. Сняли. Да, кстати, у нас под наматрасником на самом матрасе еще есть такая ткань. Ну, вот как-то при покупке так оно и было. То есть в какую-то ткань просто завернут аккуратно матрас, и сверху на него как раз наматрасник одевается. Вот как-то так. Короче, вот это все барахло я буду сейчас стирать. На матрасник такой же решетчатый, вообще смешной, рыжий какой-то. Вообще должен был вроде бы быть белый. Или мне казалось после наматрасника, что он белый, он такой был. Ну, да ладно. Следующим этапом мы убираем наши прикроватные тумбочки на балкон. Как раз сюда мы планируем поставить эти две тумбочки и в них положить то, что хранится на балконе. Здесь мой как раз стол хранится, стоит, который раньше был у меня на кухне. Между прочим, хотели его сначала тоже продать, но он так аккуратно тут вписался. И опять-таки ящики используются для хранения всего. Стал даже более аккуратней. Фух, короче говоря, разгребаем тумбы и переставляем их сюда. Таким образом у нас хранятся книжки. Естественно, это не все, это только, знаете, самые такие вот детские, там, для малышей, начиная с года, и по-хорошему их надо перебрать уже. И иногда я такие маленькие книжки с собой беру куда-то. Когда мы, например, идем в поликлинику, я знаю, что, возможно, будет очередь, и мы с собой берем, я ему там читаю. И посмотрите, какая пыль оседает от книг. Конечно, надо более чаще это все убирать, но в последнее время не получается. Поэтому, конечно, вот видите, не совсем я идеальная хозяйка, не всегда у меня все идеально и чисто. Иногда вот такие накапливаются моменты. Конечно, такие перестановки очень удачны для глобальных таких зачисток. Сейчас все это, конечно, буду протирать. О, пляска на глаза. Решила сначала запылесошу вот эту всю пыляку, а потом просто уже влажной тряпочкой протру. Ну вот, пылесосом я прошлась. Теперь протираю все эти тумбочки. Сразу видите, просто достаточно увлажнить, и не надо ничего здесь собирать, потому что пылесос все собрал. Кто-то из вас спрашивал, что вот в этой части тумбочки располагается. Игрушки. Здесь у нас больничная тема. Это косметичка полностью с двух больничных наборов.
Я как-то показывала давно уже набор тележка, плюс нам еще отдельно дарили родственники набор, ну, детям дарили. Кстати, больничка, и у меня хоть и мальчишки, достаточно хорошо играют в эту игру. Так, тут ничего не видно, камера будет дергаться, я держу другой рукой. Ну, вот в этой части, кстати, практически пыли никакой нет. Хорошо, только тут. Так вот, мальчишки очень хорошо играют в больничку. Бе. Кепка на нос. Шутка. Еда. А вот что мы обнаружили под тумбочкой. Еда какая еда. Ох, жуки, жуки, жуки. Ладно, игрушки, но здесь еще и... Запасы перчат. Вот что наши жуки оставили. Мало того, что игрушки, еще эти, которые, как его, сухой завтрак. Как еще у нас мышки не появились? Ой, сколько всего понаходило. Машинка. Лего, как всегда. Лего всегда у нас везде. Лего везде. Мы еще до конца все не доделали, еще надо помыть кровать, положить матрасы. Я все покажу чуть позже. Пришлось забрать уже детей, и сейчас они моют руки. Еще ничего не видели? Сейчас они зайдут и будут первые эмоции. Хочу, в общем, это заснять. Открывайте. Раз, два, три. Офигеть! Кому что? Офигеть! Офигеть! Я когда прохожу, офигеть! Сережа, нельзя такие плохие слова говорить. Да. Ну как? Аккуратненько, не спешим. В колготках тем более скользко будет, наверное. Так что в колготках вообще аккуратно. Ставьте на это видео, пожалуйста, лайки. 100 миллион при миллион лайков. Да. Уже мама кормит. Так, вот,
Не-не-не, туда пока ножками нельзя становиться на вот эти перекладины, потому что они могут не выдержать. Вот мы положим матрас, тогда можно будет туда залезть, посидеть там и поиграть. Ну что, вам нравится? Расскажите. Сереж, тебе понравилось? Да. А? Да. Да? Андрюша, тебе... Не-не-не-не-не, вот это вот опасно. Это матрас. Андрюш, тебе понравилось? Да. Кто там в домике живет? Я. Ну как тебе тут? Хорошо. Надо вообще постельку постелить? Да, душ примем, постелим чистую постельку, новую. Ну какой домик. Ты будешь успаваться. Мы тут играться будем. Да, тут мы будем. Это шторы, да? Можно, это домик, да, стены. Можно еще здесь что-то занавесить? Да. И вообще будет закрытый да, домик. Это. Да. Да. Пошли ко мне в гости. Да, посиди. Я на вях. Все, детям развлечения. Почему у меня такая подушка? Да это просто Андрей положил. Конечно, твоя будет. Просто я же постель тебе поменяю. Почему? У тебя будет... Да, мне подушка. У тебя будут твои эти... Нет. Ты помнишь, что я сказала? Так, потолок не трогаем. Вау. Будешь мне потом шторы вешать там. Мама теперь не дотянется. Ну-ка, по очереди. Стоп, стоп, стоп. По очереди, не спешите. А то можно и упасть. Тем более, единственный минус вот этот порог из плитки. Можно удариться о него. Почему? Но по-другому никак. Кровать не поставить. Пробовали, пробовали. Это самое-самое оптимальное место для кровати. Сейчас дождалась момента, когда нет никого дома, и хочу вам показать почти конечную перестановку. Почему почти конечную? По ходу показа я вам объясню. Ну что, как видите, позади меня двухъярусная кроватка стоит. Сейчас я вам покажу ее поближе и всю комнату уже крупным планом. Начну я с окна, потому что пришлось его помыть, постирать тюль, помыть карниз. И, в принципе, с этим делом все. Перед Новым годом я уже, естественно, тюль стирать не буду, все эти дела делать не буду. Ну а теперь сама кроватка. И сразу покажу вам угол этот, как мы все расставили. Наша кровать почти вплотную к стенке, ну для того, с той стороны можно подходить, я с той стороны сплю, и мне легко подходить. И здесь как раз влезла кроватка. Здесь еще небольшое место, то есть мы не вплотную к стенке. Сюда можно при желании какие-то коробки с игрушками засунуть, в общем, что-то можно засунуть. Что касается самой кроватки, вообще я без ума от вот этой лестницы. Я уже говорила, наверное, очень прям смотрели на то, чтобы были перила, были ступеньки. Дальше съемный бортик, который можно со стороны стеночки поставить или здесь. Ну, пока ставим, посмотрю. Возможно, скоро уберу его, потому что кровать сама по себе очень широкая, почти метр. А вообще параметры кровати 90 на 190. Фишка этой кровати, она разбирается на две. То есть у нее вот есть здесь... Можно отвинтить, и будут две полноценные кровати, и они трансформируются в двухъярусную. А эту кровать мы брали из комплекта к вот этой мебели. То есть это одна и та же фабрика, это одна и та же фирма. И мы подкупали к этому гарнитуру. Единственное, здесь вот всякие картинки, кораблики и так далее, то кровать мы выбрали без картинок детских, ну то есть, такая, знаете, классика. Один к одному конфигурация, потому что у них вся-вся мебель вот такая вот скругленная, приятная. Вот все, у них нет никаких острых углов, ничего. Все, короче, обожаю эту кроватку. Я сама от нее в диком восторге, особенно от лестницы. Сейчас я вам покажу ее с разных ракурсов. И еще один момент. Мы старшую кроватку у ребенка разобрали и немножко сэкономили на этой кровати. Каким образом? Один матрас мы только купили, потому что у нас с той кровати это же один комплект, одна коллекция. И матрас предыдущей кровати перешел со старшим ребенком сюда. Также сюда перешел бортик и перешел выдвижной ящик. Выдвижной ящик достаточно дорогой. И мы его просто перенесли с одной кровати в другую. За счет всех этих передвижений у нас немножко получилось дешевле кровать, чем если бы мы с нуля ее покупали для двух детей с двумя матрасами, с выдвижным ящиком и с бортиком.
Ну ладно, сразу, как, пока я уже в этом углу, в этот угол мы переставили шкаф. Пока временно здесь у нас стоит комодик с игрушками. И здесь стоит маленькая детская кроватка, а в ней, ну, те вещи, которые пока никуда не влезли. Эту кроватку мы тоже продаем, мы решили ее не разбирать, поэтому пока вот она занимает достаточно много места, как только мы ее продадим, на это место уйдет комодик. Дальше вот тоже сейчас засада прям. Все здесь еще больше, короче, всего здесь стало в углу. Этот угол еще будет модернизироваться. Мне очень нравится наша перестановка. Самое главное, мы просто прогенералили здесь. Ну как, я, конечно, генералила, пока муж собирал всю эту кровать. Постирала все, помыла каждый угол. Вообще, когда переставляешь мебель, вот несмотря на то, что я достаточно тщательно убираюсь, все равно под шкафом, под кроватями, где-то в таких местах скапливается пыль. И из-за того, что мы все это двигали, мы каждую всю эту пыль собрали. Это, знаете, такое ощущение приятное. Все, комната полностью готова. А еще, скорее всего, наверное, старшему ребенку может какой-то маленький светильник повесим. Чтобы ночью, если он захочет проснуться, встать куда-то, чтобы увидел лестницу и так далее, мог себе включать ночник. У нас как раз там внизу есть розетка, и хотим там что-то повесить. Все. А еще меня тоже спрашивали, видели наклейки краем глаза, когда я показывала рум-тур. Да, вот наши наклейки, это космос, девочки некоторые спрашивали, мы их переклеили в это место, они раньше висели над кроватью старшего ребенка, они светятся в темноте, но недолго, то есть они набирают свет, и когда вечером темнеет, выключаешь электрический свет, они так классно светятся, вот эти звездочки, эти планеты, очень хорошо. Но буквально минут, не знаю, на 15 от силы 20, и все, они блекнут, то есть меркнут, и ночью их вообще не видно, они не светятся. Но вот этот эффект, когда дети только-только укладываются спать, и эти планеты горят, конечно, им нравится. Они вот сколько уже они у нас висят, они постоянно их замечают. Каждый вечер мы обсуждаем эти наклейки. Все, это, наверное, и так будет очень длинное видео про перестановку. Еще раз простите за мой осипший голос. Хочу, потому что уже быстрее тоже с вами поделиться, знаю, что вы ждете. Так что, друзья, какие-то модернизации вам буду показывать. И желаю вам отличного настроения уже готовиться к Новому году, чтобы все дела не оставлять на последний момент. Планируйте, не забывайте планировать. Еще хочу воспользоваться случаем и сказать большое спасибо всем тем, кто заказал мои ежедневники. Я не ожидала, правда, я думала гораздо дольше это все будет, там по два, по три человека будут писать, но прям столько желающих нахлынуло, и прям я очень рада, я едва успеваю отписываться, паковать, ходить на почту, отправлять. Спасибо вам, все, жду вас в своих новых роликах, приятного вам настроения и до новых встреч, пока!